Ребятушки, всем привет! Всех вас целую, люблю, до луны и обратно. Видео сейчас снимаю, но выложу его завтра. Это как бы продолжение сегодняшнего дня. Что я тут накрутила, намутила. Пойдет, да? В общем, не все мои подписчики, новые, старенькие мои подписчики, они уже знают. Новые еще не в курсе. Я вам хочу сделать обзор пакета. Это... Что это значит? Такие пакеты делают поминать своих родственников. Это принесли только соседи. Это принесли сегодня вечером. То есть это тебе дали понять, что завтра будут поминки, тебя завтра там ждут, чтобы вы там были. Назначенное время. Ну, как правило, это в 10 утра, но соседи идут, конечно же, намного раньше, чтобы помогать, готовить. Чем угодно помогать. В основном готовить, посуда, там вот в таком вот плане. В общем, что ложат в пакет? Какие пакеты делают на 52 дня, на год делают? Вот такая вот курица. Или сверху ложат, или отдельно дают в пакете. Там у меня стоит второй пакет тоже. Курица, это Беллен. Беллы дома нету, но мне оставили, чтобы я передала. Завтра она приедет, я ей передам. Вот такой вот бройлер. Пакеты, в принципе, идентичные. Ну, уже кто там по своим возможностям, кто что ложит, кто больше, кто меньше. Значит, вот такая курица идет в каждом пакете. Давайте мы вот так перевернем, чтобы поменьше шуршать. Так, идут фрукты. Фрукты. Апельсин, яблоко, банан. Дальше. Идет булочка вот такая. Булочка сдобная. Так, вот это халва, халюа. Это делают с пшенной муки, то есть пшенку перемалывают в муку. Я как-нибудь покажу вам, когда-нибудь я попаду, когда вот будут это делать. Как-то я хотела это снять, но не успела, сделали без меня. То есть пшенку перед тем, как уже делать вот это, и сразу пшенку, везут пшенку на мельницу, но это все надо делать, на мельницу и везти прямо перед самым тем моментом, когда уже ты начинаешь вот это делать, потому что она теплая, она горит потом. И чтобы она не запрела, то есть перемололи, тут же привезли и тут же сделали. Здесь топленое масло, пшеная мука и сахар. Вот, потом специально есть приспособление, такой поддон, выкладывают все, пока она горячая, катают каталками, чтобы было ровненько, и уже режут на вот такие квадратики. Это у нас любит Алина, она прям с ума за это сходит, обожает очень. Так, вот такой вот пакет конфеты. Конфеты — это Ротфронт, Москвичка, карамель. Вот такой пакет, птица дивная, конфеты тоже. Я эту тему много раз показывала, но, девчонки, знаете, из-за чего показываю? Потому что знаю, у многих такого нету. Особенно вот я с Красноярского края, я с Кубани. У нас даже близко такого не было. Я только вот это все увидела здесь, только здесь это все узнала. И поэтому, я думаю, многим интересно... Интересно посмотреть даже то, что в пакете, как это все происходит, как это все организовано, дружно. Я уже рассказывала, откуда берутся деньги на эти пакеты. Кто, кому интересно, чтобы тысячу раз не отвечать на один и тот же вопрос, у меня есть видео на эту тему. Так, вот такие вот конфеты, это Тортимилка. Дальше. Вот такие конфеты, это морские идут. Я вам уже показывала, что ложат. Вот кто три, ну здесь получается даже больше. Четыре вида конфет разных. Пачки вот такие, ну по 250 грамм, наверное. Так, вот, девчонки, вот такая смесь. Здесь орехи, сухофрукты. Такую я не видела еще ни разу, чтобы ложили. Ну, что-то типа такого ложат. Бывают тарелочки или какие-то даже стеклянные вазочки вот с такой вот смесью. Такое тоже видела, в пакеты ложила. Принцип один и тот же. Просто может быть разная фирма каких-то конфет. Вот даже вот это возьмем. Такое редко, вот, допустим, кто ложит. Это уже на усмотрение родственников. Так. Дальше идет вот такие вот макароны королевские. Вот такая пачечка.
Макароны также ложат все. Просто разные названия, разные фирмы всего этого. Вот халва. Я вам тоже показывала, когда в магазине была. Вот такую вот халву обязательно вот ложат. Ну, почти что все. Бывают и финики. Но финики я уже давно как-то не встречала. Так, вот такой вот кофе. 3 в 1. Кофе с молоком. Так, дальше. Вот такое вот печенье, оно прям такое распространенное. Ну, можно сказать, что все ложат его вот в пакеты. Вот этот Кухмастер печенье, оно очень хорошее, вкусное. Дальше идет пачка соли. Это тоже обязательно, это ложат абсолютно все. Так, бутылка масла, это тоже базовая, это прям вот, может быть, вот что-то из этого не доложат, но вот это ложат всегда. Вот такой вот сок, любой тоже, кто какой ложит, разные названия. Вот такой вот чай Тесс. Дальше. Это у нас идет, ой, девчонки, это хорошая такая штука. Это знаете что? Это кукурузная крупа, но не грубого помола, а быстрого. То есть можно ее приравнять как к манке. Вот, допустим, если сварить, ну, как я это называю, как мы в Абхазии жили, называю это мамалыга. Ну, хотя они с белой муки делают. Ну, вот, вы поняли, да? И вот это вообще идеальный вариант, если надо что-то приготовить прям быстро. Потому что, когда начинаешь с крупы варить, с кукурузной, все равно она варится очень долго. Это буквально вода закипела, я не знаю, там 5-10 минут даже нету. Все, у тебя готово это. Так, сахар. Вот такой вот пакетик. Такие пакетики я тоже не видела. Бывает и 3 в 1 ложат. И, ну, какие, кто на какие этот. Просто вот такой фирмы я еще не видела. Вот видите, все и макароны, и все одинаковое, все вот идет этой фирмы. Может, где-то вот на оптовой базе как-то закупали это все. Вот, девчонки, и рис еще идет. Все это килограммовые такие пакетики. И рис. В общем, получается, по крупам у нас, ну, вот 4 вида, да? 4 вида. Макароны, рис. Что это, скажите мне, кукурузная крупа, сахар. Вот 4 вида, масло, соль. И вот это все то, что идет из сладости. Вот это все идет этот чай. Ну, вот сами видели, конфеты. Вот так, девчонки, почему показываю? Потому что сейчас-то, конечно, я уже сколько лет здесь живу, да, уже получается 10 лет, когда я только приехала. Для меня это было, конечно, вообще большим удивлением, очень большим удивлением. Я также знаю, что и многие, кто меня смотрит, они тоже всему этому удивляются. Мол, как так, и зачем это, и для чего, и почему. Ну, как говорится, не мы это придумали, не нам, чтобы что-то там обсуждать, выяснять, откуда деньги. Начинают люди умножать деньги на пакеты. Пакеты на деньги, поверьте мне, что все, абсолютно все вот это делают. И находятся деньги, потому что здесь, вот знаете, как это, рука руку моет. Ты ему помог, он тебе помог. Ты ему принес, он тебе принес. Когда у тебя какой-то вот такой момент случился, да, ну, тяжелый, или кто-то заболел у тебя, или кто-то умер. Вот в такие моменты всегда все стоят рядом. И соседи, это прям вот они, и говорят, я не пошла, чтобы не заразить, вообще я тоже должна была пойти сегодня помогать, но у меня вот такое вот какое-то не гриппозное даже состояние, ну вот заложенный нос, сопли текут, думаю, пойду еще и кого-нибудь там позаражу, поэтому вот, не знаю, может как-то до завтра я отойду, выпила антибиотики, выпила этот, попшикала нос, посмотрим. И вот такие моменты, соседи всегда стоят рядом. И вот это все, это не шик, это ничто, это все происходит в каждом дворе вот такое. Также всем соседям, всем родственникам делают. И бывают объемы пакетов большие очень. Самое большее, что я видела, это 450 пакетов. Кто-то больше ложит, кто-то чуть меньше ложит. Ну,
Конечно, я видела, где прям и вообще там вот эти, знаете, большие BMW пакеты. Это все зависит от семьи, от рода. Если большой род, конечно же, там больше будет и вложений там в эти пакеты, да. Видела вот один раз BMW вот эти огромные пакеты. И мы как-то поехали. Короче, вот эти пакеты, они заняли, по-моему, весь там раздавали на каждого члена семьи. Не на семью один пакет, а на каждого члена семьи. И кто-то скажет, вот это, зачем это все нужно. Но это как бы вот последнее то, что ты можешь сделать для человека, который, для близкого своего человека, который ушел, да, от тебя, умер там, ну да. Это самое последнее. Кто-то изощряется на каких-то дорогих памятниках. Когда я вот была в Кропоткине, и мы поехали на кладбище, я клянусь, я удивилась. Люди дома такие не имеют, что вытворяют на кладбище. Там кованые столы, кованые лавки, вот эти навесы, кованые навесы, сверху поликарбонат, проводят туда свет. Это просто такие вложения, ну... Как бы понятно, что это для успокоения своей души. Тому человеку уже ничего не надо, да, это надо было, допустим, все при жизни это все делать. Ну вот для своего состояния, чтобы как бы тебе было спокойно, да, что, ну вот я что мог, сделал, хотя бы вот самое последнее я сделал. Вот это, мне кажется, больше всего делается для этого. Так что, ребятки, вот так вот. Ладно, это видео попадет завтра. Не знаю, буду дописывать. Ой, извините, что-то я расклеилась. Буду дописывать или вот просто вот этим вот роликом выложу, посмотрим. Ну, в общем, в любом случае, пока-пока. Если не пока, я дальше включусь.